Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 107, из раздела «Повторение». У меня две монеты. В сумме они составляют 15 копеек. Одна из моих монет не 5 копеек. Какие это монеты? Переберем все варианты. 1 плюс 14 – 15, но этого быть не может, так как не бывает монеты 14 копеек. 2 прибавить 13 – будет 15. Этого также не может быть, так как нет монеты 13 копеек. 3 прибавить 12 равно 15. Этого не может быть, так как нет монеты 12 копеек. 4 прибавить 11 – 15. Но быть этого не может, так как нет монеты 11 копеек. 5 прибавить 10 равно 15. Это может быть, потому что одна из моих монет не 5 копеек, но вторая монета может быть 5 копеек. 6 прибавить 9 равно 15. Этого быть не может, так как мы не знаем монету 6 и 9 копеек. Такого достоинства монет не существует. Так же, как и монеты 7 или 8 копеек. Поэтому есть только один вариант. Это 5 копеек и 10 копеек. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.